Всем привет! Сегодня видеоурок посвящен космодыханию, один из элементов. Это один из очень важных элементов, когда мы используем двойной выдох, двойной вдох и паузу. Когда уже скорость будет нарастать, удар по язычку должен быть ровным. В таком режиме. Но вначале будем осваивать медленно. Можно ударять как получается. И постепенно надо ускорять. Вот, и уже с этим элементом можно делать очень много разных вариаций, потому что с этим элементом появляются более интересные, красивые ритмические рисунки, где можно применять свою уже более какую-то красивую фантазию. Вот, например, такую. И, в общем, и так далее. Можно применять в разных ракурсах эти элементы. Можно, например, делать только двойной выдох с паузами, либо только двойной вдох. Для начала нужно освоить этот простой элемент в медленной форме, потом постепенно ускорять, и потом уже этот элемент будет применяться в очень разнообразных интересных комбинациях, и вы сами все увидите. Желаю вам освоить эту технику.